Всем привет! Вы смотрите канал Ананас Ленд. Только самые актуальные новости из мира шоу-бизнеса. Звезда уральских пельменей Андрей Рожков рассказал об отношении руководителя КВН Александра Маслякова к шоу «Игра» на канале ТНТ. Программа была закрыта после обвинения со стороны руководства Первого канала в плагиате. В эфире шоу «Историс. Откройте, Давид» Рожков отметил, что Масляков был причастен к закрытию игры. Александр Васильевич увидел, что его птенцы вылупились из гнезда, полетели и придумали свое гнездо. И он начал ревновать. «Это нормальное чувство», – сказал артист «Уральских пельменей». По мнению Рожкова, ограничивать творческих людей нельзя. Трансляции шоу «Игры» остановились 2 ноября 2021 года. Руководство ТНТ заявило, что шоу вернется в эфир после пересмотра формата. А что вы думаете по этому поводу? Напишите в комментариях. Вы смотрели канал Ананас Ленд. Ставьте лайки, подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Ананас Ленд. Ананасовое настроение.